Привет, друзья! Сегодня снова об Etsy. И давайте посмотрим, что тут нового появилось. Итак, я в своем магазине. Я сегодня открыла магазин и вот сама была удивлена, как что тут происходит. Мы знаем, что у нас есть листинги с видео. И вот смотрите, что происходит. Etsy переделали, то есть у нас теперь стоит, если в листинг мы добавили видео, не заглавная фотография, да, на нашей работы, а именно видео. И когда мы наводим мышкой на листинг, у нас начинается видео. Это здорово. Ну вот у меня сейчас немножко подгружается, тяжеловато. Вот нет здесь видео, и, пожалуйста, молчок. А здесь сразу живая фотография. Это же здорово. Поэтому, смотрите, там, где у меня нет видео, я, естественно, сразу же начну редактировать и буду добавлять видеоролики в листинги. Потому что любая живая фотография интереснее, чем то, что мы представлены просто фото статичное, да? Вот. Сразу раз и двигается. Это здорово. Напишите, пожалуйста, в комментарии, как вам это. Нравится ли вам, что так переделалось или нет. Вот. Я поэтому пересмотрю все свои листинги. Очень хорошо, когда, мне кажется, вот такие вот ролики вставлены. Сразу человек видит, да, процесс создания картины. Здесь я вместе с вами просматриваю, мне очень интересно, как это. Ну, здесь у меня из фото, фотомонтаж сделан, да, такая эта презентация, а где-то есть снято. Как я снимаю эти ролики? Я делаю либо телефоном, то есть я снимаю видео на телефон и двигаю картинку, чтобы это было видно. Да, это вот где-то я вот здесь же показывала так. Вот. Здесь, да, в движении мне показано, на чем написана картина, как написано. Я ее приближаю. Вот, чтобы было более близко видно то, что там написано. Это первое. Второе. Я делаю слайд-шоу, как, например, вот здесь. А, нет, вот слайд-шоу у меня вот с этой картиной. Ну вот, мне кажется, слайд-шоу проигрывают. Либо это, может быть, нужно сделать, чтобы скорость смены фотографий была больше. Мне так кажется, что это нужно сделать так. Вот. Так, что еще тут новенького я узнала? Новенького я ничего особо не узнала, кроме вот этого. Я прям просто бросилась мне в глаза, поэтому так, все, это все. Еще хочу сказать, что сейчас, значит, я это даже сохранила, какие цвета в тренде. Это у меня тут есть в тренде синий, черный, зеленый, апельсин, розовый, персик и красный. То есть эти цвета, они в тренде. Значит, мы должны их использовать, ну, конечно, по желанию, да, в своих картинах, чтобы это было вот именно вот с этими цветами, так как это пользуется спросом. Дальше, что еще хотела сказать по фото. Ну, давайте уже вот по этой картинке. Кроме того, значит, я вот здесь вот хочу вообще листинг подредактировать. Потому что, вот даже смотрим описание, у меня вот здесь есть в материалах, да, все написано. И высота, и ширина написано. А я вот здесь ее снова повторяю. Я думаю, что это ошибка. Повторять вот размеры, повторять материалы и так далее. Но то, что вот нет рамы, это да. Но все-таки описание, как советуют все, должно быть по типу, вот как вы сами выбираете товар в интернете. И вот я, знаете, что сделала? Я взяла название своего листинга и в Google поиск его ввела. Вот
Давайте откроем все картинки, которые есть по этому запросу. И, увы, и ах, моей картинки здесь нету. Я ее здесь не вижу. А это значит, что и мое описание, и мое название, ну, не полностью отвечают тому, что, в общем-то, в поисковой системе есть. И тогда в этой же самой поисковой системе я просто-напросто буду искать, какие же используются здесь поисковые запросы, и переделывать этот листинг. Вот. Поэтому сегодня, вот сегодняшнее видео, оно вот такое вот коротенькое. И я вам потом запишу еще видео, будет следующее, как я буду редактировать этот листинг, как я буду искать к нему теги, что я изменю в описании. Возможно, вам будет это интересно. Вот. Ну, а еще я вот хотела сказать о той информации, которую мы получаем на главную страницу. Ну, сейчас вот как бы мало понятно, да, что тут. Мы же все-таки русские люди. Перевожу на русский язык. Как видите, просмотры есть, все есть, заказов ноль. У меня все еще стоит поздравление, что 11, 10 продаж, хотя у меня уже 11, да, я вот это вот уберу. И дальше идет вот такая информация. Контрольный список вашего магазина. Что нужно сделать? Разместите новое изображение, чтобы вдохновить покупателей посетить ваш магазин. И продвигали ли вы магазин в социальных сетях? Вот. Так, ну тут отчеты, тут недавняя активность, кто мне лайкнул, что... А совсем недавно было такое, что мне написали, что в вашем магазине все хорошо, прям все хорошо, ничего не надо менять. Ну вот сейчас написали, что давайте-ка новенькое что-нибудь загружайте. Вот, если я нажимаю на эту кнопочку, посмотрим, что тут у нас... А у нас тут вот можно в социальные сети отправить что-то. То есть это даже не в магазине, я, как бы, да, предполагается, что я должна что-то разместить, а поделиться в социальных сетях. Ну, переведем, что тут у нас. Перевести страницу нажимаю. Так, и что тут у нас предлагается? Держать подписчиков в курсе своих специальных предложений. Ну, вот знаете, интересно, создать это предложение не вопрос. Потом его, ну, даже и в социальные сети отправляешь, я пока отклика по ним вообще не видела. Так, мои новейшие объявления. Дайте своим подписчикам первый взгляд на последнее дополнение к вашему магазину. Так, и что здесь надо сделать? Здесь просто мои листинги. А, ну то есть я какое-нибудь объявление должна это... Ясно. Так, а здесь что? Расскажите о своем магазине. А ну что рассказать, я уже... Где мне еще рассказать? Вот интересное дело, да? Так, пятизвездочные обзоры. Расскажите. А, скажите спасибо всем своим покупателям, делясь ярким обзором. Вот. Еще знаете что? Вот мне кажется, для продвижения неплохо. Я, кстати, на YouTube видела презентации своих картин на YouTube, в Instagram, именно презентация. То есть не несколько картин подряд, не просто молчаливая, а рассказ о своей картине, вот поставить картину или держать в руках и о ней рассказать. И такие небольшие ролики, кстати, это могут быть минутные ролики, 59 секунд, если быть точнее, да, это называется на YouTube Shorts. Также это можно сделать в TikTok, в Instagram. Вот что я хочу в последнее время опробовать, начать это делать. И интересно, какой же все-таки ответ будет. Вот.
Ну, в общем, вот на сегодня, на данный момент все. Следующее видео будет это о редактировании, как я говорила, вот этого листинга. Я посмотрю еще фотографии, может быть, пересниму видео, раз уж вот так вот оно теперь на главной странице. И посмотрю по запросам, да, которые вот в Google поиске есть, для того, чтобы вот правильно все-таки отредактировать мое вот это объявление, мой листинг. На сегодня все. Чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, и тогда вам будет приходить информация о том, что у меня появилось новое видео, либо я вышла в эфир и рисую. В общем, будьте рядом, будьте вместе, и мы, конечно же, научимся все лучше и лучше работать с магазином Etsy. Пока-пока!